В этом видео я покажу, как выполнить контракт What's in the Box с рейтингом «Бесшумный убийца». У нас 4 цели. Цели нужно поразить из снайперской винтовки, не меняя костюм, и все тела при этом спрятать. Я выбрала начальной точкой парковку. И с собой советую взять винтовку с глушителем Subsonic и на большее количество патронов без перезарядки. Начинаю я на парковке. Сразу поворачиваю направо. И встаю между кактусами. Первым делом советую убрать охранника справа. Стреляю в ящик с виноградом и дожидаюсь, когда он подойдет. Стреляю ему в голову, и тело спрятано в винограде. Следующая цель рядом. Нужно попасть в середину ящика, иначе рабочий не услышит. Дожидаюсь его. И также стреляю в голову. Тело спрятано. Следующая цель у нас посложнее. Здесь много свидетелей. Я также стреляю в ящик с виноградом и отвлекаю охранника, рабочего виноградника и еще одного охранника, стреляя сзади. А теперь можно убрать цель. Тело также спрятано в винограде. Чуть-чуть отхожу, так как последнюю нашу цель не очень хорошо видно. Он рядом с машиной, там же ящик, в который я стреляю, и дожидаюсь последнюю цель. Стреляю в голову, и тело спрятано. Таким образом, все 4 цели уничтожены, а тела их спрятаны, и никто не заметил нашего убийства. Здесь очень аккуратно пробираюсь. Иначе охранник может заметить рядом. А теперь бегу. Тут я притормаживаю, потому что винтовка была замечена. И дожидаюсь, пока персонаж уходит. Беру газировку. Она нам пригодится, чтобы отвлечь охранника напротив нашего выхода. Но можно использовать монетку. И покидаю миссию. Таким образом, контракт выполнен. Все цели уничтожены. И снайперской винтовки нас никто не заметил. Мы не меняли маскировку. И все это с рейтингом «Бесшумный убийца». Ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи!